Сегодня 2 апреля. Я нахожусь в городе Фрайбурге. Фрайбург – это самый южный город Германии. Он находится прямо на границе с Францией. И совсем недалеко от Швейцарии. Ближайший город Швейцарии – Базель. Примерно 60 километров от Фрайбурга. А ближайший город Франции – Штрасбург. Тоже около 60 километров. Очень большой и красивый город Штрасбург. Сегодня очень жаркий день, и все загорают. Все в летних одеждах. В этом городе уже расцвели все цветы и деревья, все зеленые. А также цветут магнолии. Столько сегодня людей в городском саду Фрайбурга. Сегодня все загорают. Вот здесь написано Фрайбург на Эльбе, на реке Эльбе. Это крепость нарисована. Вообще Фрайбург образован в 1091 году. И берет он свое начало с такой маленькой крепости. Здесь по этой дороге вагончик поднимается наверх. Наверху можно посидеть в кафешке. В городском саду города Фрайбурга уже все цветет. А это маки. Уже расцвели на клумбе. Вот такие каналы по городу, как в Венеции. À l'ombre de poche se voudrait belle pour faire du cinoche. Parfois quelle chance, la salle est vide. Это есть археологический музей в городе Фрайбург. В этом археологическом музее есть египетская комната. Здесь, например, внутри мумия. Prends sa main, ses larmes coulent avec le mot fin. Вот эта витрина уже украшена хостом к Пасхе.
travaille seule. Elle place les gens. Сегодня 2-го 4-го. И время 16:17. Вот плюс 33 градуса сегодня. Вот они, невероятно красивые цветы магнолии. В краю магнолии. Bizarre.